I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Команды гостей. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки.
Стадионов в Лондоне много не бывает, и самый новый из них – Олимпийская арена, домашний стадион клуба «Уэст Хэм». Молотобойцы перебрались сюда в 2016-м со своего легендарного «Боллинг Граунд». Словом, не только «Уэст Хэм» претендовал на переезд сюда, еще и «Тоттенхэм» и «Лейтон Ориент». Но «Уэст Хэм» все-таки оказался более расторопным. Райан Фредерикс, Джек Уилшер. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Отличный момент есть! И вперед он выводит свою команду! Отличный гол! Классно сыграл! Без шансов для голкипера он отправил мяч в сетку! Браво! Какая атака, а? Как?